Всем привет, ребята, с вами Альберт, это новый выпуск по Бравл Старс, это уже третья серия по аккаунту 1000 сундуков. Да, и я уже собрал целых 500 кубков. Ну не целых 500 кубков, короче, неважно. Вот сейчас мы соберем все эти награды, посмотрим, может быть, с ящиков нам что-то выпадет. Так, давайте начнем. 25 очков силы. Давайте я возьму лучше на Ниту, чтобы ее было полегче апать. Да. Дальше забираем быка. Да, кстати, я этот ролик записываю, да, когда аккаунту уже 2 дня. То есть аккаунту уже 2 дня. Если что. Так. Отлично. О, кстати, 3 гемасика выпало. Неплохо, да. Дальше события по билетам. Дальше очки силы. Опять же, давайте-ка мы потратим их тоже на Ниту. Да. Дальше боксик и... Ух ты, Пока! Пока дропнулся. Второй редкий из 4. Не, ну прикольно. Так, забираем Джесси. Ну, неплохо, да. Отличненько. И 3 у нас новых бойца. Это у нас Бул, Джесси и Пока, да. Ну так-то прикольно. Да. Теперь у меня очень просто много бравлеров, чтобы хапать. Так, давайте сейчас Ниту улучшим 2 раза. Да, до 3 уровня. Ну давайте как раз таки ей-то и мы поиграем в этом ролике. И да, у меня уже есть 14 боксиков. Да. Мне еще повезло то, что я начал играть, когда начались удвоения жетонов. Мне так будет легче собирать сундуки. Да, здесь меня убили. Я записываю роль, когда еще вторая часть не вышла. То есть вот как-то так вот. Но я, наверное, сразу после этого же ролика ее выпущу. Но опять же, будет выходить по одному ролику в день. В принципе, мне потому что вот в день есть что записывать, например, собирать ленту какую-нибудь. То есть как-то так. И что у меня оставалось то, что-то, что можно записать, потому что вдруг, например, ленту не получится забирать. То есть мало там наград будет. И смысла нет забирать ленту. Так что поэтому как-то так. Поэтому можно будет и оставлять. Отлично. Оставлять ролики заранее снимать и оставлять их на следующие дни. Отлично. Тем временем мы выигрываем каточку. Мне не буду играть, да. И, кстати, 15-й боксик. Неплохо. Ну и погнали в следующую катку, да. В принципе, что-то как-то мы очень быстро все собрали, да. Ну и ролики, наверное, будут где-то по 10 минут. То есть не будешь там прям сверх, там надо сколько смотреть. Хэштег невезучак забивает гол. Прикольный ник. Так, так, так. Так, Мишка. Так, вызываем его. Так. Давай, Михаил Потапыч, давай. Молодец, Михаил. Правда, он уже... А, нет, он еще не сдох. Ну и все, это еще одна победа. И мы получаем еще плюс 8 кубасиков. Неплохо. Да, и у меня уже здесь 11 уровень. Я уже Шелли успел взять на 15 ранг. Коль здесь на 10 ранге. Ну и так немножечко проапал Барли. Я сейчас хочу всех апнуть просто на 10 ранг, чтобы можно было просто халявные кубки поднимать. Да, и скорее всего, 4-я часть будет про то, что я, наверное, заберу тогда Броха, да. Да, скорее всего, когда я буду забирать Брока, то есть все как-то так. Ну или, в принципе, буду еще записывать ролики, да, не только что собираю ленту,
А еще будут записаны, например, то, что нафармил уже, ну, 50 сундуков, 100 сундуков. То есть будут такие ролики. Так. Ну, где там они? Что-то я не понял, как они там сдохли? Разве понятно? Наверное, турелька там была или что-то такое. Или бутылки от барли, может быть, так, как-то так. Так. Отлично. Победа плюс 8 кубасиков. Да. Так, ну окей, сейчас примем от него приглашение. Да, у него, кстати, есть мистер П или мистер Пи. Окей, погнали. Я за Ниту, он за мистера Пи. Да. Ну, в принципе, сейчас две каточки на видео сыграем. Потом уже все. Я продолжу играть один. Так, отличненько. Ну, в принципе, пока что я бы не сказал, что прям сверхъестественно забирать эту дурацкую ленту. Ну, просто забирать, получать новых бойцов. То есть ничего такого сверхъестественного пока что нету. Но потом уже будут какие-нибудь большие ящики, мега-ящики. Тогда уже будет, конечно, интереснее, да. Собирать награды. Ну и в следующем видосе мы уже соберем Брока, да. Ну, конечно, я постараюсь. А там как получится. Ну, в принципе, даже если это 1000 сундуков, то есть мы тут даже не только эти сундуки фармим, а мы еще тут и кубки зарабатываем. То есть как-то, ну, как-то так, бонусом. И очень мне помогает рослинная дорога. Иначе бы у меня было только два бойца. Это Шелли и Барли. Ну, Барли за Supercell ID. Блин. Так. Так, Мишка. Нет, все-таки... Третье место, и это плюс 4 кубасика. Да. Выйти. Окей, выйти. Так, выйти. Так, сейчас еще примем тут. Все, да, последняя карточка на видосик. И все. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы какой-нибудь длинный видос. Если вы хотите, чтобы я так вот длинный. Если вы хотите, чтобы я так вот длинный. Видосик запиши. Либо два видоса в день, либо... Но... Я, может быть, и буду выпускать два видоса в день, но только, наверное, если, например, видос успеет собрать просмотры. Если он соберет неплохие просмотры, то... Будет отлично. Я уже два видоса в день. Да, все-таки не лучше тиммейт. Ноль кубасиков. Не буду я лучше с ним играть, да. Мне кажется, уже на сегодня все. Я, наверное, уже больше не буду играть. Ну все, всем спасибо за внимание и всем пока.